связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Павлодарской области центры обслуживания населения региона изменили график работы. Все подробности в сюжете. Ранее центры обслуживания населения при Иртышье работали с 9 часов утра до 8 вечера. В целях безопасности рабочее время сократили. Но государственные услуги специалисты оказывают в полном объеме. Было принято решение главным санитарным врачом области по изменению графика работы центров обслуживания населения. Так, город Павлодар и город Экибастуз работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. В субботу также рабочий день изменен с 9 до 14.00. Все санитарные нормы соблюдены. Между услугополучателями расстояние 1-1.5 метра соблюдается. Соблюдается масочный режим как услугополучателями, так и сотрудниками отдела. Все санитарные нормы в зданиях ЦОН соблюдаются. Напомним, что 80% государственных услуг граждане могут получить, не выходя из дома. Они доступны для граждан в онлайн-режиме через портал egov.kz, а также через платформу Telegram-бот. При возникновении трудностей можно позвонить по номеру колл-центра 1414, а также связаться со специалистом по видеозвонку и получить консультацию. Вероника Вишневская, Амир Ерланула, Ертасахпарат.